Всем привет, друзья, вы на канале Сангрила, это значит, что мы с вами собрались на очередном утреннем летсплей. Летсплей по игрухе Чукча в большом городе. Я что-то прям чередовать не хочу теперь, я хочу ее пройти быстрее, потому что мне интересно, мне весело, я надеюсь, так же, как и тебе. Не понял. Какая нахер новая игра? А, тьфу ты. Я уже перепугался, думал, опять вот это вот все сейчас будет все заново. Так, мы с тобой приехали, собственно, в Москву. ЦРВ-H5. Однако. Однако, написано. Так, этот дядя что нам расскажет? Ездят тут всякие. А у меня, между прочим, инспекция сегодня. Ну, извините. Интересная штука, однако. Интересная штука, однако. Так, ну, а что ты взял, подожди? Что это такое? Это подшипники какие-то или что это? Что это, снежки? Я не знаю, что это такое. Так, ладно, что тут еще можно? Ну, вроде бы, наверное, ничего. То есть туда... А там еще какой-то дядя был. О! Человека занят, однако. Человека занят. А, спирт сливает. Зараза какая. Ладно, погнали туда. А можно как-то быстрее пробегать? Давай, Чукча. Ты же умеешь бегать прям быстро-быстро. А интересно, какой это вокзал? А ну стоять! Ты мне ведро сломал! Думаешь, я тебя так просто отпущу? Так вот тебе ведро. Ну, начинается. Вот же ведро, подожди. Ездят тут всякие. Да знаю, я знаю, заткнись. А как же ж я с ним? Ездят тут. Да отстань. Во, побежал, побежал. Моя тут, однако. Моя тут, однако. А как я ему ведро-то сломал? Подожди, может, я вот так вот сделать? Непонятно. Непонятно. Может, вот так? Ну, блин, сюда нельзя, погоди. А что это за глаза вообще такие? Вот так? Моя не знаю, как это. На себя? Моя так не уметь. Моя так не уметь? А чё ж я ему теперь, как я ему ведро... Один хлам, однако. Один хлам, однако. Блин. Ну я, вот видишь же, ты же видишь тут ведро. Ну правда, все это на сером фоне не видно, наверное, ни хрена. Но я тебе говорю, тут есть ведро. Тут оно есть, и я ничего с этим сделать не могу. Так, может быть вот так? Может быть, вот так? Пригрозить ему? Непонятно. Непонятно. А что это такое, интересно? Куда это можно применить? Мне кажется, с этим... Я так не уметь. Человека занят, однако. А можно как-то занять? Моя не знать. Моя не знать. А давай вот туда бросим. Непонятно. Непонятно. Слушай, это как-то тяжело. А что я должен сделать тогда в таком случае? Ведро сломать, тебя просто отпустить не получится. Так. Но нет ничего. Может быть, вот так? Однако не собирается. Однако не собирается. Давай попробуем еще раз. Может, он меня все-таки отпустить? А ну стоять! Да, 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 да. А ну стоять! А ну стоять! Ни хрена он меня не пускает. Он меня не пускает, ему надо ведро. А как я с ним договорюсь-то? Ну, тут нет ничего. Вот в чем проблема. Моя так не умеет. Непонятно, что это такое. Было бы подписано хотя бы, что это. Что это за глаза? Вот смотри. Вот сейчас они как-то повернутся так, у них есть черные точки, как зрачки, вон, видишь, видишь? Я не знаю, что это. Что это за дрянь? А, это брюква, наверное. Это, наверное, брюква. Моя не знаю, как... А ты можешь сюда забраться? Непонятно. Моя не... Непонятно. Однако. Однако, да. Непонятно. Непонятно. Непонятно.
Моя не знает. Ну-ка, давай поговорим с тобой. Да беги ты быстрее. Ездят тут всякие, но он мне сейчас одно и то же скажет. Что-то у меня как-то не... Нет. Ездят тут всякие. Давай я тебе дам брюкву. А я так не умею. Это брюква? Я не знаю, как выглядит брюква. Брюква, у брюквы белые ягоды. Но тут нет ничего. Я уже все, что можно тут посмотрел. Я тебе говорю, ну вот ведро, вот оно ведро. Ты, говорит, мне ведро сломал. Может, мне его надо как-то починить? А как мне его починить? Один хлам. Один однако. Хлам, однако. У меня сейчас голова вскипит. А как это пройти-то? Человека занят, однако. Но ему надо, может быть, брюквы туда кинуть. Не хочешь? А в канистру? Канистра тоже нет. Сюда тоже непонятно. Нет. Непонятно. Ну-ка, вылазь. Моя так не уметь. Моя так не уметь? Человека занят. Да хрен с ним занят, но можно же его отвлечь-то на минутку. Может, он мне ведро даст какое? Ну тут нет, а тут подсказки-то хоть есть вообще? Хоть какие-нибудь, я не представляю даже. Но в старых играх, по-моему, их не было. Они были все жесткие и суровые. При отсутствии интернета просто невозможно было. Вот если вот так вот застрял, все, как ты тут придумаешь? Опа. Во, видал? Я новую кучу какую-то нашел. Шарики, однако, в трубу запихнуть, громко свисток будет. Моя оленя таким пугать. Что за шарики? Что это за шарики? Пускай запихивает. О! Шарик, однако, ложить труба. Громкий свисток получится. Да давай. Моя олень таким пугать. Пугай, пугай, олень. Смотри-ка. Моя не знать, как это? Да как не знать-то, как это? Вот так, скорее всего. Ну, я же говорю, вот этого надо напугать, чтобы спирт пиздить перестал. Да? Ой, сейчас минус уши будут, или нет? Во, вот и ведро. Все, теперь все понятно. Где он, правда, трубу там нашел? Вот как можно было догадаться? Только по экрану водить. Что твоя хотеть? Чего хотеть-то? Ведро забрать. Однако, А все, тебе свисток больше не нужен, может там еще... Пригодится, однако. Пригодится, однако, конечно. Давай свисток заберем, ну как хочешь. На тебе ведро, дядя, и отпускай меня давай. Фу, ты наконец-то. Моя ведро тебе нашел. Ну ты даешь, северный оленевод. Удружил так удружил. А где мне большой этот... Ну, заберет, прощай, она? Оленевод. Понятно все. Так, пригородные поезда, вокзал, гастроном, обмен валют, проводница, Ракович спит. Мужик какой-то сейчас тут, видимо, в люк упадет, да? Это же открытый люк? Да, это открытый люк. Я тебе точно говорю, открытый люк, нет? Нет. А может быть и люк, не знаю. Деточка, разменяй мне еще десяточку. Обмен валют, аптека, че, рюмочная под фонарем. Ну, погнали в аптеку сходим. Здрасте. Галоперидол. Уважаемая, помогите мне, пожалуйста. Я, по-вашему, очень похожа на хирурга. Ну, вы же работник медицины. А как же клятва Гиппократа или что там у вас? Здесь, между прочим, аптека, а не травмпункт. Вы не по адресу обращаетесь. Разве вы не видите? Я страдаю от мучительной боли. Неужели вы позволите человеку умереть у вас на глазах? Но от таких ран еще никто не умирал. А что у него интересно? Человека страдать, моя что-то делай. Человека страдай, моя что-то делай. Так. Филин какой-то. Стой, грибок. Что это жопа? Наверное, я не знаю. Моя твоя, помогай. Ты? Мне? Здесь, как оказалось, даже медицина бессильна. А насколько я знаю, фармацевт... Моя все равно хотеть помогать.
Ну и как ты собираешься вот это, о, вытаскивать? Что? Зубами, что ли? Однако моя не знает, моя будет думай. Фармацевты, насколько я помню, у меня были знакомые фармацевты, и они вроде бы клятву Гиппократа не дают, вроде бы. Но я боюсь... Вы разве не видите, человеку плохо? К тому же он первый в очереди. В лес без очереди. Оставайся без медикаментов. Будешь знать. Смотри, какая тоже мне будешь у нее знать. Так, что у тебя тут есть-то еще? Больше ничего нету. Давайте ножом это пригрозим. Непонятно? Непонятно. Но понятное дело, то, что наш Чукча так не умеет. Так, ладно. Спасибо, золотце. Так, этот дядя что-то пошел менять. Пойдем у него побыстрее. Да быстрее ты беги. Смотри, 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 смотри. А, нет. Или да, или нет. Я не понимаю, это люк или не люк? Может, этот банка что? Может быть и есть. Оп, хорошо. Пусто, однако. Пусто, однако, но пускай все равно, пускай будет. А мы можем с тобой пообщаться? Не хочешь, как хочешь. А, так, тут что? Какой разный бумажка. Так, тут вроде ничего нет. Какой? Какой разный, какой разный бумажка? Птица. Какой птица, однако? Так, ну обмен валют, тут больше ничего нет. Деточка! А давай я тебе вот так сделаю. Моя так не уметь. Моя так не уметь. Моя не хотеть отдавать это просто так. А мы не будем просто так отдавать. Вы разве не видите? Ну понятно, в лес. Вы разве не видите? Отстань. Так, птица, однако. Что тут еще-то есть? Метро, кстати говоря. А тут что? Шурма. Шурма, Алёнушка. Пусто пахнет, однако. Самый свежий шаурма, самый вкусный шаурма. Че-че-че-че, джа... Джай... Кто? Я не знаю, короче. Алёнушка с программой «Поцелуй меня с разбегу», я за деревом стою. Борис Моисеев, видимо. Тихо, трэш-панк группа, трио... Хрен его знает, я не понимаю. Так, что тут, шаурма, что еще, опа, а вот мы сейчас и вытащим, этому дяде что-то, у него, наверное, какая-то, не знаю, может быть, стекляк. Однако полезная вещь. Полезная вещь, да, но никогда не надо самому ничего вытаскивать, тем более пассатижами. Так, давай у него спросим, что ему надо. Подходи, не стесняйся, самый вкусный шаурма, самый большой шаурма. Моя не знает, что такое шаурма. Тем более подходи, покупай. Моя брать шаурма. Моя брать шаурма. Эй, брат, я говорил покупать, а не брат. Деньги давай, да? Если голоден ты, брат, надо подходить и брать. Самый вкусный шаурма. Раз возьмешь, захочешь два. Понятно все. Спасибо. Так, погоди, золотце. А ну пойдем сюда сначала. Так, вот этому пассатижами, я так понимаю. Я не понимаю, что он там хочет вытащить. А ты точно уверен, что это подойдет? Это ведь не больно, правда? Погоди, я еще не уверен. Ай! Если моя тебе не помогает, твоя много-много болеть. Ну, раз так, ладно, тяни! Что у него там? Мне вот это вот интересно. Я что-то хрен его знает. Есть какие-нибудь догадки? Мне кажется, то, что это стекло. Опа. Ну что, живой, нормально все? Все хорошо? Можно мне мышку отдать? Долго он так тупить будет? Да ты просто гений медицины. А это как крючок. Говорится, то, что доктор прописал. Вот так. Моя очень стараюсь и твоя помогать. Да, твоя компетенция заставляет желать лучшего. Но зато на халяву. Вот это музыка, ты прикинь. Однако не все большеглазый человек умеет говорить спасибо. Это да. Это да. Ну что вы здесь топчетесь, мужчина? Моя надо купить. Ух уж эти наркоманы. Сами не знают, чего хотят. Что наркоманы? Моя чукча, а не кармана. Моя хотеть купить, однако. Что именно вас интересует?
А я не знаю. Ну, что-нибудь купить-то, может, тебе вот так? Моя не хотеть отдавать. Понятно, она не хотеть отдавать, может, так? Моя не знаю, как это. Непонятно. Понятно, что непонятно. Так, птица, однако. Ну, почему? Какой птица, однако? Какой птица, однако? Так, если голоден сюда. Ты, брат, надо подходить и брать. Ну, тут самый вкусный шаурма. Раз возьмешь, захочешь два. Перчатки, кошельки, ремни, шапки, мы. Всякие помойки, метро. Ну, моя не знает, что там делать. Моя не знает, что там делать. Так, а у меня есть какой-то вообще... Ну, давай сюда, что ли? Есть какое-то, ну, что, я в принципе не знаю, что делать. Не собрание клуба готов. Бархатная чума. Чум мне, однако, пока не нужен. Так. Ну, чум ему... Собрание, чум мне... Ну, да, понятно. Может, тебе вот так? Я так не умею. Вот так? Непонятно. Я так не... Вот так? Слишком разные вещи. Подходи, налетай, однако шаурма не прозевай. Слишком разные вещи. Однако не... Слишком разные вещи. Однако не... Что-то у меня логика кончается, честно говоря. Тяжело в этой вашей Москве, я вам скажу. Хрен поймешь, даже вон в игре. Чего тут делать надо, чего не надо. Так, тут надо что-то вообще у него брать или нет? Ничего нет. Тут как бы, понимаешь, неясно. Собрался в дорогу, не забудь памперс. Тоже логично. Тут неясно, что в принципе. А, вот сюда еще нужно. Ух ты. Здрасте. Однако здесь еще много голодные звери. Виктор Цой живой. Что еще написано? Больше ничего интересного. Так, что тут у нас? Давай сначала смотреть. Это дом голодной зверя, а я туда не залезай. Дом голодной зверя? Ни у кого в тундре нет такая игра. Пригодится, однако. Пригодится, однако. Хорошо, у меня есть крышка от урны. Это опять дом голодной зверя? Это дом голодной... Да, это дом голодной зверя. Ну, давай. Ну, дядя спросим. Здравствуй, однако. Еды. А я хотеть кушать. А, ему нужна шаурма. Умираю. Еды. А я должна накормить голодного большеглазого человека. Моя должна накормить голодного большеглазого человека. Хорошо. Накормить-то ладно, накормить. А чем, что я тебе сделаю? Так. Слишком раз. Так. Однако не соп... Так. Слишком... Понятно, тут никак не работает. Ну, может, еще на всякий случай. Однако не соп... Однако не собирается. Но больше тут нет ничего. Дом голодные зверя. Ему нужна шаурма, чтобы... Деточка! А где денег взял? Меняй мне еще десяточку. Что-то как-то, слушай, очень тяжело. Отходи, налетай, шаурма не прозевай. Моя не... Не пон... Моя не... Моя так не уметь. Моя так не уметь. Моя не знать. Так... Я не знаю, у тебя есть какие-то идеи? Как-то прям, ну, совсем что-то такое нелогичное. Погоди, спасибо, может... золотце. Этот постоянно куда-то уходит. Может, у него на столе что-то есть? Нет у него ничего на столе. Тут есть банка, которую мне надо каким-то образом в аптеку запихнуть, я так понимаю. Давай поговорим с тобой. Не, он просто, он до стола так не доходит, и все. Ну, там тоже делать нечего.
На тебе так. Непонятно. Моя так... Непонятно. Я, говорит, не хотеть отдавать. Моя не хотеть отдавать это просто так. Моя хотеть купить... Что именно вас интересует? Моя не знаю. Я тебе говорю, у меня нет идей. Да. Дерево прямо в чума растет, однако. Однако. Моя, однако, совсем не понимать, зачем большие миска в стены цеплять. Наверное, здесь так оленя поить. Наверное. Может быть, вот так сделаем? Моя не знать. Моя, однако... Так, мать. Там о людям много-много занято, однако. Моя не мешать. И все, что ли? Тут больше нет ничего. Но начинается. Моя так... Не... Моя так... Моя не... Моя так... Ну, как бы, я не знаю. Просто все варианты пробую. Не... Моя так... Моя не знать... Непонятно. Моя так... Моя не... Не... Моя не... Не по... Издеваетесь, что ли? Но это невыносимо, так невозможно. Но тут нет ничего больше. Нету, понимаешь? Нету. Может, мне надо что-то с этим голубем сделать? А что с ним можно сделать? Я не знаю. Да отдай ты мышку уже. Деточка, разменяй мне еще десяточку. Давай попробуем туда упасть. Может, мне этот люк нужен? Спасибо, золотце. Зачем ты его обходишь-то? На тебе так. Да, ну начинается. Я так не умею. Давай, птица, иди сюда. Давай на тебя пробую. Но больше куда? Я тебе говорю, я не знаю. Но все, ну нет вариантов. Нету. Там этот жрать хочет. Может быть, вот так. Моя, однако, не знать, зачем. И главное, подошел, я уже тут обрадовался, думал, сейчас что-нибудь будет. Ну понятно. Я не. Не по. Но смотри, он с этим хотя бы как-то контактирует, так же, как и с этой подругой, которая в аптеке стоит, и с ней, ну, у нее что-то нужно купить однозначно, прям по-любому. Короче, я уже не удержался, посмотрел прохождение, действительно нужно спасибо с ним как-то поговорить. Золотце. Но он не хочет со мной разговаривать совершенно. Тут сейчас бы была, короче, как это сказать, вот это вот, ну, значок диалога был он. Но я не успел на него нажать. Сейчас будем смотреть. Больше я не знаю. Я уже все сделал. Просто все тут. Ну вот где? Что за проблема? Братан! Наконец-то! Моя искать зоопарк, но моя никто не хотеть слушать. О! Натуральный Чукча! Садись! Выпей со мной, Чукча! Ванча, Чукча! Ты меня не уважаешь! Уважаешь! Что тут с музыкой не то, но со звуком? Я уважаю, блин! Кто твоя такая? Куда ты пошел-то? Что с этой игрой? Да что? Почему она не работает так, как я хочу? Деточка! Разменяй мне еще десяточку. Так и будет, что ли, бегать, пока я с ним разговариваю? Спасибо, золотце. Ну, видимо, да.
Видимо, ему просто насрать то, что с ним говорят. Может, он считает то, что Чукчи в Москве быть не может. И считает, что это галлюцинация, и ее типа уважать не надо. Можно мне дальше? Давай продолжим разговаривать сегодня или нет? Кто твоя такая? Чуча, ты есть Чуча. Я бизнесмен. Обосраться. А я не знать, кто такая бизнесмен. Как не знать? Тебе ж баб Клава рассказывал. Вот и загнул. Новый русский я. Это ж как анекдот. Встречается новый русский. А я тоже недавно в Москву приехал. Ты что? Я тут живу. На Рублевке. Да на мне полгорода повязан. А я тогда совсем-совсем нового чукча. Не во прикол. С новыми украинцами знаком. Даже с новым узбеком знаком. А нового чукчу в первый раз вижу. Вот так вот, видал, как бывает? Твое здоровье, чукча. Моя тоже думает, что Чукча Москва мало. Так, моя искать зоопарка. Моя искать зоопарка. Да нафиг они тебе. Ёлы-палы, ну ты странный. Тут люди, понимаешь, мозгуют, как бы им эти зоопарки, сбоку тела-то не вылезли. А ты ищешь на свою голову. Вот у меня сейчас... У меня сейчас, знаешь, какие запары? Законы понаводили. Малолетним вот теперь сигарет с пивом продавать нельзя возле этих. Как их? Да, школ. Школ. Торговых точек не открывай. Возле этих, говорит, как их? Концы с концами не сводятся. Просадил пол лимона в казино вчера с горя. Во! А я понимать, зачем бояться зоопарк? Там зверя ой как много. Чего много? Слышь, Чукча, новый ты там или не новый? Имей понятие. Базарь по-русски. Моя искать зверя большой и страшный. Моя зверя искать большой и страшный. Езжай в Африку на сафари. В Москве самый страшный зверь налоговая. Это да. Это зверь длинная. Без понятия. Но лапы у нее длиннее не бывает. Загребущие стервы. Наверное, это не моя зверя. Почему твоя со мной разговаривать? Другие не разговаривать. А нету больше никого. Выпить культурно не с кем. До чего мы так хотелись? Действительно. Так, куда ты попёрся? Теперь он куда-то с пузырем пошел. Видимо, не в обмен валют. В аптеку? Однако. Однако. Давай сюда. Не, он походу пошел в сортир, ну-ка пойдем. Че, стоим же? Ага, вот он. И че? Вот и деньги, ну конечно же. Идем к шаурмену. Суть такое. 10 однако баксов. Полезная вещь. Полезная вещь, да, 10 баксов. Спасибо, золотце. Спасибо, говорит, золотце. Он опять с пузырем, смотри. Нормально, хорошо, все. Теперь все примерно понятно. Идем сюда, отдаем ему. Есть у меня деньги, давай. Давай мне шаурму. Есть деньги. Самый свежий шаурма, самый вкусный. И нет, брат, так не пойдет. Почему? Твоя не любит зеленая бумага? Я однажды точно такие же деньги взял. Шаурма дал, а деньги фальшивые. Ну хорошо. Моя деньга настоящая, моя нашел деньга.
Эти деньги я брать не буду. И что моя делать теперь? Я смотрю, ты наш человек, поэтому предлагаю тебе сделку. Но... Моя помогай твоя, твоя помогай моя, Чукча понимать. Моя помогай твоя, твоя помогай моя, Чукча понимать. Слушай, да? Тут недалеко есть одно место, где очень много кошек живет. Моя знать это место? Там много голодных мяукающих зверя. Но это на помойке. Вах, какой молодец! Моя никакая не молодца, моя Чукча. Молодца. Да-да, не перебивай, да? Ты пойди кошек принеси, да? А я тебе самый большой шаурма подару. Моя ходить только совсем не понимаю, зачем твоя надо зверя. Вах, зачем тебе знать, брат? Ты мне принес, я тебе дал шаурма, и всем хорошо. Тогда моя ходить, однако. Подходи, налетай, шаурма не прозевай. Кошек ему надо теперь принести, ты посмотри на него, ну пойдем, что делать. А чтобы я понял, теперь мне нужна валерьянка, скорее всего, да? Ну что вы... Моя... Ох уж эти нрав... Моя... Моя так не умеет. Как не уметь-то, так не уметь. Моя вот... Чё покупать? Я прослушал, я думал, она не... Экстракт валериана. Конечно. А деньги у тебя есть? Мы товар без денег не отпускаем. Вот такая зеленая деньга. Подходит? Родной, да на такую сумму я тебе ведро валерьянки через пипетку накапаю. Так, у нас сейчас будет валерьянка, но скорее всего мне надо будет, я понял, как это вот, прошу. Теперь мне валерьянку надо кинуть в ведро, ну, спасибо, в это, мусорное. И приходите еще. Такие клиенты в наше время редкость. Вот, да, естественно, как тебе баблишко, покажи, так начинается. Так, идем сюда. Да, помещайся много-много. Моя, придумай, зверя сюда приходить, а моя ведро закрываю. Моя, придумай. Это моя, придумай, а не твоя, придумай. Тоже мне придумай его. Три кошки. Хорош. Будем надеяться, что они от шаурмена убегут. Я не хочу их отдавать этому человеку. Так, у меня есть ведро с кошками. Пойдем быстрее. Быстрее. Подходи, налетай, шаурма не прозевай. На. Ах, какой молодец. Блин, я диалоги скипаю зачем-то. Я что-то только что это понял. Давайте, кошаки, убегайте. И главное, не видно то, что, ну, как он передает все это дело. Видишь, он не... Держи, брат. Я обещал, я сделал. Спасибо, однако. Твоя моя, много выручай. Заходи, дорогой, гостем будешь. Самый... Так, заходи, гостем будешь, пойдем этого дядю кормить. А вот сколько теперь времени у меня прошло? Время прошло много, я тут сидел-то долго, а... Сколько там вырезать придется, я хрен его знаю. Вот, а я приноси, твоя кушать. Так, все, поел? Сроду такой вкуснотищи не едал. Прямо не знаю, как тебя благодарить. А я просто так тебе помогай. У тебя очень странная манера говорить. Откуда ты? Моя издалека, из тундра. Если бы твоя жизнь у нас, то твоя чума была бы самой богатой чума в деревне. И что, шутишь? Это ведь свалка. Здесь один мусор. Отбросы общества. Я в том числе. Твоя разве не человека? Раньше я был не просто человеком, а академиком. А сейчас я человек разве что физиологический. А что с тобой стало? Что твоя плохо? Да я уже, честно говоря, привык. Иногда люди выбрасывают стоящие вещи,
которые можно продать или обменять на еду. Как, например, проездной для метро, который я нашел тут на днях. Вот. А что такая проездная и метро? Ты не знаешь, что такое метро? Как ты тогда по городу передвигаешься? На лыжах. А я хорошо ходить на лыжах. Эй, на лыжах много не находишь. Слушай, метро – это поезда, которые очень быстро передвигаются под землей и могут тебя доставить в любую точку города. И зоопарк тоже есть метро? Конечно. Возле зоопарка тоже есть станция. А как моя попадать в метро? Тут неподалеку есть станция. Там еще большая буква «М» над входом висит. Спускаешься вниз, садишься на поезд и едешь, куда тебе надо. А, моя знать. В метро жить злые человеки, которые моя выгоняют. Наверное, тебя не хотели без проездного пускать, потому и выгоняли. Как моя попадать, однако? У меня есть проездной. Вот, возьми. С ним тебя точно пустят. Спасибо, однако. Это тебе спасибо, что не дал мне с голоду умереть. Так, хорошо. У меня есть проездной. Давай мы, наверное, с тобой на этом закончим на сегодня. Я даже вот так вот сделаю, потому что... В этом вашем шумном городе, в этой Москве просто невыносимо, на уши все давит, давит ужасно. Вот так вот мы... Да подожди. Вот, если тебе серия понравилась, не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь, ты же лидер и личность, помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.